Так, ну подожди, подожди. Вот этот стол выбираю. Да ну почему? Ну, блин. Привет, дорогие друзья, с вами Диман, Серега, как всегда, отличнейшее настроение, Сережка, поздоровайся. Всем привет! Сегодня у нас экспериментальная, надеюсь, очень прикольная рубрика «Выбери правильную еду или умри». Правила такие, есть 5 столов, на них находится разная еда, но на одном столе будет какашки. Если я ее выбираю, Сережка меня убивает. Если я угадываю 3 стола и не нахожу какашку, я убиваю Серегу. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Веселиться и кушать разную еду. Ну все, Димка, я спрятал еду. Давай, открывай меня. Выходи. Так, ребята, начинается самое интересное. 5 столов. Под ним есть где-то какашка, и мне нельзя на нее попасть. Но если я угадываю сейчас 3 стола и не выбираю какашку, я мочу Сережку. Так. Серега. Есть 4 стола с пиками вкусными и 1 стол с... Какахой. Хорошо, давай тогда зеленый. Открывай зеленый, Сережка. Я думаю, хорошо. Что... Калашматки, да ладно! Ну блин, ну как я сразу угадал говно? А покажи, что под теми ящиками точно еда была? Да, хорошо, давай. Еще раз, теперь я буду более внимательный. Закрывай меня. Давай. Надеюсь, ребята, вам понравится эта идея. Вы поставите лайкосик, поддержите подписочку, потому что мы будем снимать прикольные рубрики каждый день. Спасибо вам. Я злюсь тут, Серега, психую за то, что я не угадал. Кстати, говно не очень-то и вкусное. Проверял уже. Общались с подписчиками в Дискорде. Один подписчик сказал, что он случайно налетел в детстве мордой прям в говно. И мы спросили его вкус, он сказал, что очень горько. Не знаю, откуда такие познания у него. Наверное, он когда влез, он облизывался. Зачем он это делал, я не знаю. Было бы прикольно, если ты 5 говнам запрятал. Вот это был бы трэш. Как не победить никогда? Сейчас проверку сделаю, не видно. А, я сейчас буду внимательно разглядывать, вдруг ты где-то накосячил. Давай. Попытка номер 2. Я должен все-таки сейчас найти. Так, давай тогда розовый стол. Есть. Кекс. 130 хп у меня сразу. Так, но... так. Тортик был вкусный. Ну, не знаю, здесь так как-то... Я знаю, что ты можешь специально завести меня в заблуждение. И сделать, как будто тут типа говно запрятано, ты его... Но тут может быть не говно. Ладно, давай вот этот стол выбираю. Хлеб. Я видел, я знал. Я помню, ты говорил в одном из роликов, главное правило, никогда не верь Сереге. Да. 3 стола. И сейчас я угадаю, я беру админский пистолет и убиваю Сережку. Давай, давай. Ну подожди, ты меня специально хочешь запутать, чтобы я не выбрал. Давай, давай. Так что тебе давать? Так, ну подожди. Вот этот стол выбираю. Да ну почему? Ну, блин. Ну все не так просто, как я думал. Все, закрывай меня, Сережка. Все. У нас все по правилам, да, чтоб я ничего не мог наблюдать, не подглядывать, потому что мы любим честную игру. Если съел говно, признайся. Так, все, я готов. Давай, Сережка. Попытка номер 3. Так. Так, теперь я могу себя наблюдать со стороны, это очень прикольно. В Гарисфоде очень много можно всего делать. Так. Какой же ящик выбрать? Ну, Серега, ты меня специально пытаешься запутать. Так, я выбираю. Вот этот стол выбираю. Отлично, пицца моя. Так. По запаху не определить. Так, вот тут какая-то щель есть. А там ничего нету. Нету? Ну, ты выбираешь или как? Давай туда вот этот ящик.
Отлично, так. Ну что, сейчас мне надо очень хорошо подумать, чтобы Серегу замочить. Буду мстить. И мстя моя страшна. Ну блин, ну блин. Ну вот если вот этот стол, может тут говно быть, потому что он же тут... Ну ребята, ну как подсказать мне, где говно? Вот этот стол выбирай, тут говна нету. Ну что, Сережка? На тебе, наконец-то, вот было где говно. Все, Димка, выбирай. Это попытка номер 4, правильно? Третья. А, нет, четвертая. Я сам запутался. На твой цвет и вкус выбирай. Давайте будем анализировать, что может Серега нам тут запрят. Давайте внимательно чекать, может все-таки говнище где-то просветится. Но он уже очень опытный и пытается сделать так, чтобы мы не смогли его найти. Так, так, так. Ну какой же стол выбрать? А может будет какой-то подарок? Ламборгини какую-то я, может, выиграю, да? Автомобиль, Серега. Ну, давай сделаем в этом ролике тоже подарки какие-то. Если я буду выигрывать стол, то у меня будет подарок какой-то, хорошо? Хорошо. Так, так, так. Я думаю... А, два говна, два говна. Я зеленый выбираю стол. Ну, блин, ну почему? Да, блин, ну я пошел. Так, Серега, иди теперь ты в комнату, я буду прятаться. Так, Сережка запрятался. Ребята, давайте будем красиво его запутывать. Что, болгарский перец мне тут хотел, да, всунуть? Конечно. Mm-hmm. Что ж еще делать? Худеть надо, Дима. Какой худеть? Не надо. Надо, кто-то вес набрал за эту зиму. Ну так коронавирус, жир минус, а жир плюс. Так, так, так. Все, мы здесь все перепрятали. Надеюсь, ты не будешь сильно там прицепляться к тесту. Как я, заглядывать прям под столы жестко. Говорит, а что бы и не заглядывать. Так, смотрим, здесь не видно, здесь не видно. Вот так вот. Серега, я удивлюсь, если ты выиграешь. Так. И так. Сейчас мы сделаем так, что если Серега выберет правильный предмет, то он выиграет автомобиль. Серега, я запрятал. И теперь, когда ты правильно выберешь стол, ты будешь выигрывать машину. Даже две машины. Так, не спеши, проанализируй, где что может быть заныкано. Так, оружие берем. Я думаю, что Серега сейчас не угадает. Чем пахнет? Соплями? Так, здесь что у нас? Так, 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 так. Молодец! Красавчик, красавчик, не спеши, не спеши. Я хочу, чтобы ты все-таки сел говно. Так. Это было очень жестко. Ну, угадал один раз уже. Ну да, что-то. Ты понял, что тяжело? Да. То есть я по запаху уже не мог определить, потому что у меня насморк еще. Да, говно специально антисморкнальное такое. Там сколько? Там два говна было? Там два говна было? Да, 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 да. А-а-а. Так, здесь у нас запрятано. И здесь у нас поставим какую-то еду. Мы скачали классный мод на еду. У нас теперь куча еды есть. Будем рубрики с едой записывать. Так, Серега, я тебе сейчас скажу целую курицу здоровенную. О. Будешь, если угадаешь, хоть похаваешь в ролике. Так, ну что, Серега, давай. Угадывай. Я надеюсь, что ты сможешь все-таки выиграть автомобиль. Не спеши, не спеши, не спеши. Не спешу, не спешу. Так, 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 Сережечка, ну что же у нас тут может быть запрятано? Здесь может быть много чего, но что именно, я сейчас это буду разбирать. Так. Ну, в одно место два раза он не мог говно спрятать. Давай. А ты молодец, логично. Логично, логично. Еще два ящика. Это очень сложно будет сделать, реально сложно. Так. Здесь говно по-любому. Ну ты, блин, как ты угадал? Как ты догадался? Потому что я в прошлый раз тут схавал уже это. Чё тут было? Перец.
Значит, по-любому говно положено. Логично, да, правильно. Курицу, Серега, я хочу, чтобы ты выбрал большую курицу вкусную. Ну-ну-ну-ну-ну, что это может быть? Курица. Ряба. Не видно? Молодец! Так, я сейчас чувствую, умру, да? Если ты сейчас выберешь третий ящик. Я хочу жить еще. Ну давай, Сережка, ну не угадай, пожалуйста. Нет, 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 нет. Тяжело. Честно, я сам забыл, где говно положил. Так. Так, так, так. Это очень интересный момент. Да. Решающий для Сереги. Выиграет машину. А, ты и так уже выиграл машину. Ты угадал два ящика и эти две машины твоих. Где Дима мог спрятать говно? Ну давай, давай, давай. Здесь по-любому говно. Ну да, это да, это 100% ты угадал. Но вот здесь я сам не помню уже. Нет, я валю на твоей машине. Ого, это было жестко. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, взрывай. Вот это жесть!